на 93-м году ушел из жизни советский и российский кардиолог, доктор медицинских наук, профессор Евгений Чазов. Он был лечащим врачом нескольких руководителей СССР. Начальник 4-го главного управления при Минздраве СССР в 1967-1986 годах. Министр здравоохранения СССР в 1987-1990 годах. Член Президиума РАМН с 1972 года. Он разработал и внедрил новые методы лечения для больных инфарктом миокарда, которые до сих пор используют в России, странах СНГ и дальнего зарубежья. Академик проводил на себе эксперимент по применению препарата для растворения тромбов, фибролизина. Применение тромболитической терапии спасло жизнь тысячам людей. За эту разработку Чазова наградили Ленинской премией в 1982 году. Академик АМН СССР, 1971, член-корреспондент 1967. Академик АН СССР, 1979. Герой социалистического труда, 1978. Лауреат Ленинской премии, 1982, трех государственных премий СССР, 1969, 1976, 1991, премии Совета министров СССР, 1977, и Государственной премии России, 2004. Полный кавалер ордена за заслуги перед Отечеством.